N+ Group и Политех – первые в Иркутске, кто будет готовить специалистов для металлургических и энергетических специальностей в сфере IT. Сейчас собрана группа первопроходцев из 120 студентов второго и третьего курса, прошедших отбор. Лучшие 50 перейдут на второй этап. Это большое доверие для нашего университета, и мы ценим это доверие. С другой стороны, большая ответственность, чтобы подготовить настоящих IT-профессионалов, которые не только профессионалы, но и способны решать какие-то нестандартные, нетрадиционные, стратегические, амбициозные задачи для наших стратегических партнеров. И мы нацелены, чтобы действительно вместе с ведущими специалистами и российскими, и зарубежными, и специалистов подготовить. На протяжении 2 лет самым талантливым предстоит нелегкий, но интересный путь обучения, во время которого студенты уже начнут решать задачи, связанные с реальным производством. Победители Академии IT, которые пройдут все 3 этапа – прикладные кейсы, теория и практика – получат возможность гарантированного трудоустройства на предприятиях компании N+ Group. Очень много молодых людей идет в сферу IT, но при этом не всегда есть специализация, которую мы сегодня хотим как раз развивать. То есть люди, которые придут в энергетический бизнес, развивать проекты цифровизации, которые в этом бизнесе неизбежно реализуются и сейчас являются одним из основных приоритетов. И мы ждем от молодых людей новых прорывных идей и развития наших IT-технологий на производственных площадках. Сотрудники компании плечом к плечу пройдут со студентами весь путь обучения. Преддипломная практика также пройдет на предприятиях под руководством опытных специалистов. Вероятность вырастить настоящего профессионала своего дела только подкрепляется. Основатель холдинга Олег Дерипасков в свое время продвигал идеи образовательных проектов, которые могли бы замотивировать студентов активнее подключаться к реальным задачам бизнеса и в будущем позволили бы находить новые передовые решения в области цифровизации производства. И сегодня это уже практика компании и вуза. Я решил пойти в Академию IT для того, чтобы получить новые навыки, чтобы перенять опыт от крупнейших специалистов огромных компаний, наверное, чтобы еще повысить свой уровень в программировании, чтобы эти навыки наконец нашли свое применение. Также я очень хочу окунуться в проектную деятельность, так как люди с компании, которые представлены здесь в Академии IT, могут поделиться этим опытом и поделиться реальными кейсами, реальными проектами, которые могут быть реализованы в жизни. Помимо образования, компания N+ Group дает льготную ипотеку для сотрудников, а для иногородних специалистов 3 года оплачивает аренду жилья. Любовь Грудинина, Константин Синицын, Аист ТВ.